Мадлоба. Полезные места в Батуми и как правильно получить свой ковид-паспорт. Вы должны прийти вот в этот дом юстиции, здание юстиции, как угодно, и подойдя к этому входу, вам там скажут, что без записи не работаем. То есть вы должны сначала записаться. И что сделал я? Я сначала пошел, зашел на сайт, нашел местного человека-грузину. Большое ей спасибо, она помогла мне зарегистрироваться. Но запись сегодня 6 октября, запись была на 8 октября. И я решил, ну, раз так, значит так. И уже почти собрался уходить, но оказалось, что мир не без добрых людей. И чтобы получить свой паспорт, COVID-паспорт 19, надо было просто обойти с другой стороны. Все предельно просто. То есть, если ты отсюда заходишь, то тут надо запись по онлайн, потому что здесь может... А если ты хочешь получить ПЦР или там COVID-паспорт, то надо обойти с другой стороны. И мы пошли обходить с другой стороны по этому чудесному газону. И вот мы обошли здание дома юстиции, с другой стороны здесь тот же вход, здесь те же самые полицейские, тот же самый кордон заградительный, но никто, если вы говорите, что вы пришли за ковид-паспортом своим, то здесь никто не остановит вас, вам просто покажут, вам надо будет перейти во вторую секцию. Во второй секции там электронная очередь, вы получите номерок, там получается... Вам дадут номерок, и по этому номерку вы переходите уже в вторую секцию. Но, внимание, очень важно, если вам нужен апостиль, то сообщите об этом заранее, потому что, когда вы скажете, что нужен апостиль, отправят вас в третью секцию, и уже там оформят вам этот самый апостиль. Стоимость апостиля 25 лари. Но есть опять лайфхак. Когда увидели, что нас пришло двое, нам предложили сделать небольшую скидку, что очень порадовало, и сделали... 5 лари скидку с двух апостилей. То есть, соответственно, мы заплатили не 50 лари, а 45, и это нам предложили сами грузинские девочки-операторы, за что им большое-большое спасибо. Вот такие лайфхаки. То есть, смотрите, можно получить паспорт, ковид-паспорт за один день, а можно сделать апостиль, но в этом случае, если он будет делаться 8 дней, стоимость будет 25 лари или 45 лари на двоих. Что необходимо взять с собой? Возьмите с собой паспорт, ваш документ с вакцинами, но у меня не спросили его, потому что вы уже по данным паспорта вбиты в базе. И обязательно, если вам нужен апостиль, возьмите деньги. Если апостиль не нужен, деньги брать не обязательно. Думаю, что вам эти советы были полезны. В каталоге Мадлоба будет еще больше полезных и интересных советов о том, как экспатам получить ковид-паспорт, документы и какие места обращаться, зачем и почему. Мадлоба.